Приветствую подписчиков моего канала, любителей суккулентных растений. В этом видео я хочу сообщить, что мы будем проводить выставки в Севастополе на 5-м километре остановка Симолк. Выставка будет проходить 30 июля на День флота. Приглашаем всех желающих. Это республиканская выставка. Собираются коллекционеры, любители, которые выращивают в основном из семян, не закупают где-то. Мы занимаемся селекцией. Это очень долгий труд, многолетний. На выставке у меня будет продажи немного таких растений. Так что любителей приглашаю посетить. И кто-то может просто посмотреть, кто-то купить для души, а кто-то пополнить свою коллекцию. Достаем редкие виды семян по очень дорогим ценам, которые могут и не взойти, или плохо взойти. Ну, это дело любителя. Не каждый будет этим заниматься. Это не картошка. В один год два урожая. Это многолетний труд. Вот такое растение я когда-то купила в Москве за свою месячную пенсию. Сейчас я развела их, у меня несколько штук. Дальше будет показывать мой муж цветущие наши кактусы. Начинаем съемку селекционного огородика астрофитумов. Гибридных, мультигибридных. Супер кабута, анзука. Астериас обычно представляет собой очень интересное направление, которое при гибридизации дает самые разные результаты. Супер кабута. Вот такие селекционные огороды. Вот, а вот это корыто решило себя показать во всей красе. Вот, а этот супер кабута цветет сразу тремя цветами. Шикарными. Посев наш пошел. Селекционный. Аназона. И цветет крупный супер кабута. Гибридные формы. Вот так вот. Жалко, если материал переопылится. Чтобы этого не произошло, приходится конфисковать на кухне все стаканы. Даже советский граненый пошел. Зацвел астрофитум фукуриу японской селекции. Семена из Чехии от Павлика. Вот это вот его гибридная, такая огородик гибридный. Посмотрим, что будут выдавать остальные сеянцы. Астрофитум нудум. Монструозная форма. Взошел он лет 12 или 13 назад. Я его не стал прививать. Он естественным путем развивался, в конце концов. Вот такая вот гора получилась. Бригония денегри. Корнесобственный сеянец возрастом 12 лет. Мамилярия хумбольти. Одна из красивейших белых мамилярий. Названа в честь знаменитого путешественника Хумбольта, который объехал весь мир, в том числе и Россию. Я показала, как говорится, одного коллекционера, меня с мужем, а на выставке будет участвовать
человек 15-20, коллекционеров Крыма. Красота спасет мир. До свидания.